вы хотите увеличить объемы. Даже не так, но мы столкнулись с такой проблемой, что вот прямо это прям проблема, наша ошибка, которую мы допустили за первый год, в середине сезона у нас закончился товар. И здесь было две ошибки, неправильно установлена цена, потому что мы знали наши объемы, и мы не рассчитали, насколько нам хватит товара. А проблем конкретных с потребителем или уже с клиентами нет. То есть на данный момент мы говорим об объеме. Да, ну а все остальные, в принципе, вещи, которые там о продажах, они более-менее понятны, если да. Понятно, решать их с Виктором. Оказываю консультации в сфере выращивания сельскохозяйственных культур, в частности, овощей, типичного бизнеса. А более четко, мне кажется, что я помню, чем ты занимаешься, а так, чтобы людей было заинтересовать, у тебя здесь клиенты сидят. Громче. Встань, повернись. Выслушайте, пожалуйста, человека. Да, чем занимаешься? У меня большой опыт выращивания сельскохозяйственных культур и овощей. В сфере овощей. Тепличный бизнес и открытый. Садись, пять. Войка, мы чему тебя учили на первой встрече с Наташей? У тебя минута с презентацией. Правильно, почему тебя нужно брать к себе на работу? Я знаю, потому что я помню. Объясняй. Не понял. Сейчас ремешок сниму. Минутная презентация. Почему тебя нужно брать на работу? Я могу повысить ваш урожай. Ваши деньги? Да, смотрите, я оказываю услуги по выращиванию сельскохозяйственных культур. Ну как, в частности, консультации, составляю техкарты, и у людей получается хороший урожай. У меня лучше продукт. Цифра, цифра, цифра. Вот. 15 секунд, даже 14 секунд. Скажи, пожалуйста, если доход секунд, кто скажет тебе нет? Доход X. Кого-то. Секунд. Окей? А ты говоришь, что я хочу 10% с того, что больше X. Я сделаю так, что у тебя будет больше, и с этого я беру 10%. Кто скажет нет? С большего куска, то есть а это остается тому, кто на сегодняшний день выращивает X. Ты говоришь, я беру с тебя деньги только за то, что ты принесу. Да? Никто тебе известный, кто не скажет нет. Да. А дальше ковыряться ты будешь сам. Тогда должен гарантировать, что это будет. Окей? То есть когда ты строишь такую формулу, тогда к тебе бегут. Когда ты начинаешь объяснять, что у меня не принесут доход, да? Все, вода. Окей, им нужно конкретно. Окей? Или 5 марта будущего года у вас будет доход плюс столько. Приври. Снова, извините, приври. Ты не можешь быть абсолютно уверен. Я могу сказать. Виктор, я правильно помню, что у нас был на фрешбе вместе с Наташей. И мы с тобой говорили о том, что у вас ранние огурцы. Да, да. Замечательно. Бизнесмен. Извините, бизнесмен всегда должен правдиво прививать. Понятно почему. Да? Потому что он сам не всегда приукрасит. Потому что он сам человек динамичный. Он может не знать, что будет. А уж с погодой, с другими вещами точно он не знает. Но для того, чтобы другие тебе поверили, нужны формулы. А не просто слова. Мы занимаемся выращиванием огурцов. Замечательно. Я помню, что вы занимаетесь выращиванием огурцов в теплицах. Да. Ранних сортов. Озвучь, пожалуйста, в каком месяце ранние сорта огурцов у вас есть? С начала апреля по июнь месяц. И потом второй. Когда еще снег, да? Это как раз то, что мы обсуждали. Мы говорили о том, что нужно иметь презентацию. Окей? В прошлый раз мы с тебя ее выбивали, если я помню правильно. Все равно это не работает. Дальше. По проблеме, которая есть. Занимаетесь сам. Значит, Евгений меня зовут, Николай живу, частный бизнес, онлайн и офлайн по продаже товаров для овощеводов, семена овощей, средства защиты, удобрения, капельная лента, агроволокно. Проблема в бизнесе сейчас? Проблема в бизнесе – это персонал, который нам вот-вот сейчас стоит набрать. Мы понимаем, что найти адекватность. Увеличение. Они у вас здесь есть. Все.